подготавливаем пленку для накрытия теплицы. Пленка у нас светостабилизированная, 150 микрон. Покупали катушку 35 метров на 10. И вот так вот размотали на ровной поверхности. Ширина десяточка у нас пойдет на эту стеночку, где скат. Ну а 12 метров у нас пойдет на торцевую стенку, чтобы закрыть полностью колпаком. Берем строительный нож, берем уровень, конкретно прижимаем и отрезаем. Вот таким образом. Отрезали 12 метров. Ну, эта катушка у нас пойдет на следующий год на старую теплицу.